За 3 года в Люберцах сдали более 1 миллиона квадратных метров жилья. Наибольшая часть была введена в эксплуатацию в прошлом году. Это 469 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий. Такие цифры в жилищном строительстве обеспечивает комплексная застройка микрорайонов 7-8, 12 и Зенина в Люберцах, а также строительство в Краскове, Октябрьском и в Томилине. Кроме того, сейчас в Люберцах реализуются 3 договора о развитии застроенной территории микрорайонов 35G, 1А и 33А. Уже снесено 26 домов, расселено 856 человек. В целом реализовать все договоры и решить проблему сноса ветхого жилья планируется в 2020 году. В этом году планируется построить порядка 340 тысяч квадратных метров жилья. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.